Освободить местных жителей от налога за отдых в регионе предложил губернатор. Вениамин Кондратьев обсудил инициативу на встрече с председателем законодательного собрания Владимиром Бекетовым. Курортный сбор начнет действовать с мая следующего года. Мы должны будем до 1 декабря этого года продумать механизмы и варианты, каким образом будет он взиматься. Здесь мы будем вас просить, чтобы жители нашего края были освобождены от курортного сбора, потому что, естественно, жители нашего региона, и они должны иметь возможность просто отдыхать на Черноморском побережье. Мы с вами должны подготовить такой краевой закон, который бы обеспечил, в первую очередь, прозрачное расходование средств, которые будут поступать от курортного сбора нашими городами, курортами. Это очень важно и принципиально, в том числе для всех отдыхающих. Курортный сбор должен быть действительно дифференцирован, потому что каждый город, скажем, по-своему будет смотреть, как использовать дополнительные средства, которые получены. Правильное предложение, что нужно будет освободить жителей Краснодарского края от уплаты курортного сбора. Также платить не будут студенты, несовершеннолетние и ряд социальных льготников. Регионы смогут сами утверждать размер курортного сбора. В первый год действия закона сумма не превысит 50 рублей в сутки с человека. При этом платеж может быть и вовсе обнулен, например, в межсезонье. 70% от полученных денег останутся в муниципальных бюджетах, остальные направят в региональную казну. Напомню, в рамках эксперимента курортный сбор будет действовать в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в Республике Крым.